Обновленный фасад, укрепленный фундамент и новые детские площадки. Детский сад номер 34 наконец открыт после капитального ремонта. Поздравить детей, педагогический состав, лично оценить качество работ в дошкольное учреждение приехал глава округа. Очень важно, чтобы в первую очередь были довольны дети и их родители. Конечно, все сейчас сделано уже в соответствии с ГОСТами. Мы получили не просто обновленный детский сад, а и обновленную благоустроенную территорию. Новую мебель, новые игрушки, то есть абсолютно все новое, сети, новый фундамент. То есть можно сказать, что это практически новый сад с обликом прошлых лет. Это не просто инспекционная поездка Дмитрия Волошина. В этот раз он приехал с подарками. В детский сад передали новые наборы детских игрушек. Само дошкольное учреждение было открыто еще в 1962 году. Последний капитальный ремонт здесь проводили спустя 30 лет. С тех пор фундамент успел просесть. Сейчас же после всех работ здание выглядит современно. Кабинеты полностью обустроены согласно нормативам.